Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка велосипедного крепления для фонарика. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит. Итак, вот такое вот крепление. Тут у нас резиновая проставочка для уплотнения. Я, конечно, ожидал, что будет еще одна такая же для фонарика. Так, давайте посмотрим, подойдет ли наш фонарик в это крепление. Имеем мы такой фонарик. Пробуем его сюда вставить и зажать. Конечно, интересно. Наверное, надо полностью выкрутить, чтобы можно было закрутить. Так, я выкрутил полностью. Теперь вставляю вот этот чехол фонарь. Так. Так, закрутил, зажал. И вот он держится. Теперь его ничего с места не сдвинут. Он еще крутится, можно еще поджать. Если ставить туда резиновую прокладку, то там вообще двигаться не будет. Все. Немножко крутится. Хотя нет, это крутится только задняя крышка. Так он сидит намертво. И так можно пользоваться данным устройством. Давайте посмотрим все поближе, все элементы. Так, данную сторону вставляем на вилку велосипеда и затягиваем приспособлением. Итак, в дополнение. Я сразу не заметил, но у нас, оказывается, есть еще одна резиночка. В данном наборе вот у нас две резиночки. Данную резиночку используем для уплотнения к фонарю. Это вставляется сюда, в то место, где будет фонарик располагаться. Эта большая резиночка используется для крепления на руль велосипеда. Такое вот приспособление. Рекомендую, ребят, к покупке. У кого есть велосипедный фонарь, но нет еще крепления. Так, дорогие друзья, данное крепление рекомендую к покупке. Ссылка на продавца будет в описании под видео.